Всем привет, меня зовут Мила. На что вы сейчас смотрите? Вы смотрите на самую мной ненавистную длину джинсов, которую я вообще не знаю, как и с чем носить. Но так как эти джинсы мне подарила дочка, она прислала мне их из Нидерландов. Это очень классные джинсы красивейшего синего яркого цвета, классного качества. Они плотные, но в то же время мягкие. И я во что бы то ни стало хочу их все-таки носить. Сейчас буду их переделывать. Специально выбрала две разных пары обуви, высокие и низкие, чтобы показать, как такая длина смотрится и с той, и с другой обувью. Нашла у себя в закромах джинсовую жилетку. Она с тонкого джинса, но не с рубашечного, а немножко плотнее. Его еще называют летний джинс. И он очень подошел по цвету к моим джинсам. В общем, милые мастера, очень хочу с помощью этой жилетки до ума довести длину этих прекрасных джинсов. Дорогие зрители, я прекрасно понимаю, что многие привыкли удлинять одежду, особенно брючки, джинсы, только деткам маленьким. Но поверьте мне, что нам, взрослым людям, тоже под силу классно и очень стильно удлинить свои любимые джинсы либо брюки. Уже не первый сезон мы любим спортивные брюки на резинке. Это и удобно, и красиво присобирает брючину, и в то же время мы подчеркиваем этим свои красивые тонкие щиколотки. Но не только спортивные брюки на резинке пользуются сейчас популярностью. Также в моде уже не первый сезон как мужские, так и женские брюки с карманами карго. Это очень крутая модель, она такая, ну, можно сказать, стиль милитари. И эта модель очень многим идет. Я много видела фотографии в Инстаграм и в других пабликах, что пользуются популярностью. И я даже не побоюсь сказать, сейчас в моде классические брюки внизу, собранные на резинку, либо на трикотажный манжет. Итак, мое решение. Свои джинсы я спасаю манжетом на резинке. Сейчас покажу, как я именно это сделала, но я с удовольствием, конечно, почитаю ваши профессиональные комментарии и рекомендации, как это сделать более качественно и более красиво. Мне очень захотелось внизу сделать такую оборочку без резинки, просто из джинса. Ну, очень хочется какой-то такой женственный элемент добавить на щиколотке, и я решила оставить эту оборочку. А далее я уже просто прострочила, простегала резинку широкую, и получился такой уже манжет готовый. Обычно, когда мне попадаются в интернете где-то интересные детали, как их шить, как их пришить, и эти детали я в своей жизни ни разу не шила, я их себе в сохраненке оставляю. Но я просмотрела в Инстаграме, на Ютубе сохранения и ничего такого не нашла похожего. В общем, искать мне было лень, как это все делать правильно и профессионально. Ну, я имею в виду манжет. В общем, шила как умею, называется. Но в итоге получилось классно. Брюки я уже носила и с кроссовками, и с этими спортивными туфлями. И еще ждем в Украине похолодания, и я их попробую надеть на улицу с осенними ботинками. Милые мастера, я, конечно, не настаиваю на том, чтобы выбирать прям тон в тон к основным джинсам цвет манжета. Но мне так повезло, что у меня более-менее оно подходит, и я не хотела свой невысокий рост отрезать каким-то контрастным манжетом, а сделать джинсы все-таки более-менее одного цвета. Ну а если вы обладательница красивых, стройных, модельных, сексуальных, длинных ног и можете себе с помощью контрастного манжета позволить укоротить их на 2 сантиметра, то, как говорится, вам и карты в руки. Я думаю, каждый согласится со мной, что особую милую зависть вызывает переделка детских вещей. Тут уже любую ткань пришей на комбинезон, на джинсы или курточку, и будет все классно смотреться. Ну вот такая отличительная особенность у наших милых пупсов.
И мне кажется, я буду права, если скажу, почему это им все идет и почему на них все гармонично смотрится. Наверное, все-таки из-за того, что они вообще не заморачиваются о том, что скажут люди, а что скажут о них соседи, а возможно они выйдут в город и все будут смеяться, ха-ха-ха, ты одела это не по возрасту, или тебе это не идет по статусу, либо ты не к месту это надел, потому что у тебя выпирающий живот. Если так подумать, то мы сами это все себе придумали, и все эти рамки, которые мы себя загнали, придумали люди. Давайте быть более раскрепощенными и не думать о том, а что скажет соседка, если мы наденем вот эти джинсы, это платье, либо эту обувь. Пусть Изольда Тихоновна сама заморачивается о том, что мы о ней подумаем, если она выйдет с голубыми тенями, с розовой перламутровой помадой, да в бегудях выносить мусор. Девчонки, все это шутка. Давайте посмотрим, как я переделала свои джинсы и как они выглядят с демисезонной обувью, с зимней и с перфорированными серебряными спортивными туфлями. Я от всей души благодарю вас, что вы нашли время, заглянули на канал, посмотрели это видео, написали комментарий, поставили лайк. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую и всем пока!